Капитан Соловьев, убойный отдел. Скорую вызывайте. Срочно. Понял. Срочно! Третий товарищ прием. Полковник! Скорую к я на месте. Срочно. Да, милиция уже здесь. Как фамилия? Моя? Твоя, твоя. Якименко. Сержант Якименко оперативно сработал. Да, все под контролем. Седьмой прием. Хорошо, товарищ полковник, да. Я все сделаю. Из убойного уже здесь. Кто? Как кто? Следователь Соловьев. Идиот. Что? Какой Соловьев? Срочно задержать! А ну стой! Соловьев! Вот зараза. Здравствуй, родная. Как ты? Привет. Получше. Голова немного тяжелая. Удалось хоть немного поспать? Уснула, как в омут. Проснулся, а тебя нет. Уходил куда-нибудь? Да нервы ни к черту. Поездил по городу, немного успокоился. А потом... Потом уже ложиться не имело смысла, поехал на работу. Пообедаешь со мной? Не могу есть. Я посижу с тобой. Алло? Диана, профессор убит. А я, похоже, влип окончательно. Забери меня, слышишь? Чем быстрее, тем лучше. А ты где? Во дворах, недалеко от Третьяковки. Все, хорошо, оставайся на месте. Быстрее? Да, я еду сейчас. Я жду. Посем мы эту бабу, посем. А что толку? С чего ты вообще взял, что Тихомиров тут засветится? Печенкой чую. Видел я, как они в клубе ворковали. Пойду проверюсь. Опа! Назад. Ты чего? Сдурел, что ли? Вот она. Он неспокойный был последнее время. Не такой, как всегда. Будто его что-то тяготило. А еще то нападение. Ларис, я тебя прошу, не надо. Ты опять себя накручиваешь. Ты знаешь, у меня такое странное чувство. Глаза видят одно, а... Сердце подсказывает совсем другое. О чем ты, родная? Мне кажется, что с убийством Славика не все так просто. Я чувствую, что за этим кто-то стоит. Не надо. Не надо, родная. Послушай, тебе нужно отвлечься. Не могу. Не могу, не могу. Нужно, родная, нужно. Жизнь продолжается. Прогуляйся. Сходи в парикмахерскую, не знаю, пробегись по магазинам. Развеешься немного. А после похорон мы на пару недель уедем куда-нибудь, хорошо? Убийца Славика будет наказан. Это всего лишь дело времени. Ему сейчас некуда бежать.
разгоняться. Давай догоним. Пистолет убери. Раньше надо было суетиться. Теперь они никуда не денутся. И вычислил я его, как миленького. А ты говорил, дохлый номер. Знаешь, кто за рулем был? Некто Сизый. Это его кличка? Фамилия. Кстати, это он наведывался ко мне ночью в камеру. А ты его откуда знаешь? Коллега бывший, Хамза его недавно уволил. Хорошо бы узнать, на кого он теперь работает. Я думаю, на тех, кто сейчас так спешно следы заметает. Ты знаешь, мне кажется, что похищение трупа, смерть Романа, профессора, его ассистента – все это звенья одной цепи. Согласен. Убиты все, кто мог бы нам помочь. Ни одной зацепки не оставили. А может, поговорить с женой профессора? Что она может знать? Ну, а вдруг? Нет. Она сейчас убита горем. Поэтому с ней нужно поговорить. Не тебе, а мне. Ну, поехали. Хорошо, хорошо. Поехали. Высадишь меня у ближайшего метро. А ты куда? Хочу наведаться в дом Славика. Осмотреть его кабинет. А. В конце концов, именно там все началось. Ваши коллеги уже приходили, расспрашивали. А что я могу рассказать? Я была здесь, а он там. Присядьте. Вы извините, что я... Нет, нет, это вы меня простите. Надежда Алексеевна, но я не знаю, может, люди какие-то незнакомые приходили? Или какие-то странные звонки были? Звонки? Ну, хотя 3 дня назад Лёве позвонил Вадим Маслов, стариннейший институтский приятель, и попросил срочно приехать. А зачем? Да что-то сердце у него прихватило. Ну, возраст, понимаете? Да-да, конечно. В общем, Вадим один за городом живет. Совсем один. А у Лёвы как раз дежурство было в этот день. Ну, а другу-то как откажешь? Он Юру попросил аспиранта его подменить. А через 3 часа звонит, чертовщина, говорит, какая-то. Вадим утверждает, что он ему не звонил. То есть кто-то другой звонил по его просьбе, да? Нет. В том-то и дело, что Лёва отчетливо слышал голос Вадима. Он не мог перепутать. А Лев Сергеевич в тот же вечер вернулся домой, да? Нет, он приехал утром, да. Такой веселый, довольный. Говорит, в кои-то веки с другом посидели, поболтали. Вот, выходит, попрощались. Классный у этого Островского бильярдик. Скажи спасибо Сенчину за то, что сюда направил. Ладно. Пойду перекурю. Хорошо, давай. А ты территорию пока обойди. Хорошо. Первый, прием. Территорию обошел. Понял. Как слышно? Нормально. Прием. Первый. Все чисто. Возвращаюсь в дом. Давай. Надежда Алексеевна, спасибо вам большое. Да что там? Вы мне очень помогли. Не стоит. Скажите. Скажите мне, пожалуйста, правду. Лёва действительно был замешан в чем-то серьезном, в плохом. Ну что вы, Надежда Алексеевна? Конечно, нет. Вы же знали вашего мужа. Лев Сергеевич ни в чем плохом не был замешан. А тех, кто виновен в его смерти, мы обязательно найдем. Я вам обещаю. Жаль. Лёву этим не вернешь. Ну-ну.
Вылезай, приехали. Сейчас в магазин надо зайти. Ага. Пойдем через двор, так ближе. Смотри, что тут звонить? Ну да, вот туда пошли. Ага. Пошли. Позвоним, конечно. Что? Надо забыть. Хорошая шутка. Стоят? Угу. Стоят. Может, вежливо у них поинтересоваться, на кого они работают? Я думаю, что они вряд ли знают заказчика. Им сказали следить, они и следят. Ты прав. Я всегда прав. Слушай, ты знаешь, у меня не выходит из головы звонок профессору. Понимаешь, Лямин был уверен, что он узнал голос. Я тоже был уверен, что мне звонит Хамза. Тот же трюк. Повторяется наш незнакомец. Посмотри, что получается. Кто-то знал, что в тот день дежурит профессор, так? Так. Репутация профессора всем известна. Он на подлог не пойдет. Поэтому его звонком якобы от друга заставляют уехать из города. Он уезжает. Вместо него остается ассистент. С ассистентом проще договориться. И с ним договариваются. Так. Он заменяет пули из тела Островского на твои и отдает их на экспертизу. Только одна загвоздка. Что? Когда Лямину звонили, трупа еще не было. Славик был жив и отмечал свой день рождения. Значит, наш кто-то был уверен, что труп обязательно будет. Да. И заранее все подготовил. А все остальные разыграли его план как по нотам, включая меня, да? Я лохматый. Ты? Да. Нет. Неправда. Почему? Я лохматый. Нет. Нет. Уже целый месяц в салоне не была. Какой сегодня день недели? Четверг. Слушай, подожди, а сегодня четверг? Нет. А что? Да просто не хочу Ларисе на мораль слушать. Она сюда по четвергам ходит, а я по 30-м числам. Четверг. Дело в том, что Лариса Сенчина по четвергам ходит в салон. Хотя она вряд ли, конечно, будет делать прическу через 2 дня после смерти брата. Легко проверить. В приличный салон дамы без записи не ходит. Thank you.
выяснить. Ты чё? Братишка, так и шею сломать можешь. Заживет. Денег заработать. Хочешь? Хочу. Молодец. Подождите вы минуту! Спасибо. Я не убивал вашего брата. Его водителя я тоже не убивал. Как? Роман тоже погиб? И не он один. Убиты еще двое ни в чем не повинных людей. Господи, что вы такое говорите? Но зачем? Затем, что убийца вашего брата заметает следы и не останавливается ни перед чем. Я так и знала. Я чувствовала, что здесь что-то не так. А что вам от меня нужно? Я хочу найти убийцу вашего брата. И мне необходима ваша помощь. Но я ничего не знаю. Во всяком случае, вы знаете больше, чем я. Я уверен, что причина смерти Славика кроется в его прошлом. Хорошо, я расскажу все, что вы захотите. Только остановите машину. Мне душно. Зачем я плачу охране? Как это могло случиться? Он выманил водителя из машины, а потом увез Ларису Сергеевну. Кто он? Куда увез? Что ему нужно, ты выяснил? Кто-то же должен был его видеть. По описанию водителя, ну, в общем, это Тихомиров. Кто? После смерти папы мы со Славой остались вдвоем. Родственников у нас нет, а все папины друзья сразу куда-то подевались. Если бы не Витя, даже не знаю, как бы мы справились. Виктор Сенчин, ваш муж? Да, они с папой были партнерами. Когда папу убили, он взял на себя все хлопоты. Витя помог Славику поступить в университет, а потом мы поженились. К сожалению, когда Славик стал хорошо зарабатывать, они сильно отдалились друг от друга. Почему? Да у них характер очень похожий. Оба ершисты, оба стремятся командовать и не любят подчиняться. Скажите, а конфликты между ними были? Да нет. У них точек пересечения практически не было. А разве ваш муж не помогал Славику поставить бизнес на ноги? Нет-нет, что вы. Славик все делал сам. Еще в университете с двумя сокурсниками организовал небольшую фирму, Мастерсофт. Что-то они там программировали. А потом, как это часто бывает, рассорились. Почему рассорились? Славик изобрел какую-то систему. И я в этом ничего не понимаю. Ей заинтересовались иностранцы, предложили купить. А партнеры по Мастерсофт стали требовать свою долю. Брат тогда ужасно расстроился и решил уйти из фирмы. Собственно, когда он стал работать один, дела его сразу пошли в гору. Скажите, а эта фирма еще существует? Даже не знаю. А почему вы все-таки решили нанять Славику телохранителя? Мне кажется, Славика что-то очень тревожило последнее время. А потом еще этот случай. Какой случай?
На него возле клуба напали какие-то хулиганы. Название клуба не помните? Он говорил. Нелепое какое-то название. То ли раздрай, то ли яролаж. Может быть, раскардаш? Да. Да, именно раскардаш. Славик тогда не придал этому значения, а я очень за него испугалась. Ну что, вам пора. Ваш муж уже, наверное, всех на уши поставил. А мой водитель и охранник? Не переживайте, с ними все в порядке. Они наверняка уже дома. Вы найдете тех, кто это сделал со Славой? Я постараюсь. Постарайтесь. Пожалуйста. Раскардаш. Да, записала. А чем тебя заинтересовал этот клуб? Славик упоминал это название. Угу. Кажется, ему очень не хотелось там появляться. Ну хорошо. Я постараюсь что-нибудь выяснить. Я пока займусь его бизнесом. Что-то мне подсказывает, что там все не просто так. Ты прав. Угу. Да-да. Добрый день. Мастер Софт? Ну, наконец-то. Вы из Сиберлинка? А мы ждем, ждем. Проходите. Я Дима, это Валера. Присаживайтесь. Кофе? Спасибо, только я не из Сиберлинка. Извините, должен один клиент подойти, так что... Ладно. Кофе? Да, если можно. Скажите, пожалуйста, а вы давно здесь работаете? С рождения. С момента основания фирмы. Собственно, мы ее и основали. А, значит, вы хорошо знали Славика Островского. Ну, знали это мягко сказано. Был такой прискорбный факт в нашей биографии. Но мы уже давно со Славиком порвали все отношения. Вы из милиции? Нет, моя фамилия Тихомиров. Меня обвиняют в его убийстве. Как? А убийцу же арестовали. Я сбежал. Вы, конечно, можете позвонить в милицию. Но... Может, лучше кофе выпьем? Олег Иванович, не вешай мне лапшу на уши! Я знаю одно, преступник разгуливает на свободе, а вы ни хрена не делаете! Милиция, твою мать! Лариса? Все нормально. Господи, боже мой, где ты ее нашел? Лариса Сергеевна сама приехала. Сама? Ларис, что случилось? Все в порядке. Тебя Тихомиров увез? Да, Тихомиров. Не волнуйся, ничего страшного. Просто он хотел со мной поговорить. Как поговорить? Что, убийца решил поговорить с сестрой жертвы? Ты знаешь, я теперь совсем не уверена, что убийца он. Поначалу этим и зарабатывали. Славик искал заказы, а мы с Валерой писали программы. Да, у него был талант охмурять клиентов. Какую-то пустяшную программку мог запросто продать по цене операционки. Обманывал? Программа стоит столько, сколько клиент готов за нее заплатить. А Славик умел уговаривать. Да, обман начался, когда он нашу с Димой разработку выдал за свою. А как это возможно? Да элементарно. Вы сидите, пишете, придумывайте, советуйтесь с друзьями, стройте планы. Да-да. А в один прекрасный день узнаете, что гениальный русский программист Вячеслав Островский
продал свою разработку крупнейшему интернет-поисковику. То есть просто кинул? Да вся его деятельность, блеф, мыльный пузырь. О какой сумме шла речь? Ну, судя по тому, как он быстро раскрутился, сумма была приличная. Мы сперва хотели в этом покопаться, но бросили эту затею. Все равно никому ничего не докажут. Ну и тут не все так просто. Мы с Валерой как-то сидели, прикидывали. Чудес не бывает, а Славик слишком быстро взлетел и очень лихо раскрутился. Для такого подъема необходимо дополнительное финансирование. Откуда? Мы бы и сами хотели узнать. Если бы мы могли взглянуть на его финансовую документацию. Я слышал, что некоторые хакеры при желании могут скрыть даже базу данных Пентагона. Ну, эти байки слишком приукрашивают действительность. Нет, мы, конечно, можем попробовать что-нибудь раскопать. Но для этого понадобится время. Может быть, даже не один день. Да. У меня все равно нет выбора. Вот телефон для связи. Если что-нибудь нароете, сразу звоните. Я очень рассчитываю на вашу помощь, парни. Хорошо. До связи. Спасибо. Да, Диана. Я узнала про Раскардаш. Хозяин клуба. Кардаш Артур Надирович. Тип довольно скользкий, опасный. В начале 90-х годов отсидел за рэкет. И сейчас, похоже, этим тоже не гнушается. В клубе у него играют по-крупному. Он сам лично принимает ставки на тотализаторе. Это скачки, спортивные соревнования и даже бои без правил. Интересное заведение. Да уж куда там интереснее. С должников трясут деньги его головорезы. Говорят, у него их целый штат. Можно лишиться и бизнеса, и квартиры. Я так понимаю, что в особо показательных случаях даже жизни. Так что, Тихомиров, если ты решил туда наведаться, ты слышишь меня? Я с тобой. Исключено. Если это то, о чем я думаю, разговор предстоит серьезный. И дамам при нем присутствовать не стоит. Жди меня дома. Пока. Сделай, пожалуйста, так, чтобы я Тихомирове больше не слышал. Ты меня понял? Понял. Никогда. Сделай, Виктор Владимирович. Хорошо. Чай готов. Спасибо. Ну чего? Кардаш подъехал. Проверь зал, а я пока второй этаж обойду. Понял? Да. Это последнее, закрывай. А он и говорит, а где здесь да нет план? Никакой проблемы. Хрен. Что для прокурора взятка, для адвоката гонорар. А? Да это же... Девочки, тихо. Кто там? Почему ты такой грустный? Развесели, Ванжел. Что желаете? Добрый вечер. Минералочки с лимончиком сделайте. Хорошо. Девочки, мы на минутку. Пойдем. Ой, ну ладно. Давай. Давай. Вы куда? Сюда нельзя. Добрый вечер. А с туалет? Не здесь. А, извините. Он там сидел. Вы не ошиблись? Да это точно он. Какой энергичный. Черт. Попробуй обратно. Со мной.
ко мне. Ты что здесь делаешь? Нечего одному по кабакам шастать. А-а. Ага. Пошли. Уйдем через подвал. Еще да, я люблю агрессивную игру, просил назад. Господа, ставки сделаны, ставок больше нет. Карту, пожалуйста. Попробуй на карту. 300. Пас. Возможно, ты считаешь. Спасибо, не такое бывало. Поздравляю. А ну, подожди. Здравствуйте. Кажется, мы влипли. Если не ошибаюсь, господин Тихомиров, надеюсь, у вас найдутся веские объяснения вашему появлению в моем клубе? Найдутся. Иначе я бы вас не потревожил. Начну с того, что все мы в той или иной степени пострадали от Славика Островского. Меня обвиняют в убийстве, которого я не совершал. Ваши проблемы никого не интересуют. Давайте поговорим о ваших проблемах. Вам Славик задолжал очень серьезную сумму, которую не собирался отдавать. Ваши люди его припугнули, немного поколотили, но это не принесло ожидаемых результатов. Верно? Продолжайте. Затем вы установили за Славиком слежку, а на день рождения сделали ему последнее предупреждение в стиле крестного отца. Подарили статуэтку лошади без головы. Допустим. Так вот, я уверен, что был кто-то еще. И этот кто-то тщательно спланировал убийство, совершил его и подставил того, кто подходил для этой роли лучше всего. То есть меня. Интересная версия. Очень интересная. Какие у вас красивые руки. Очень красивые. Кто был еще? А я не знаю. Пока не знаю. Я должен знать, кто порешил этого фраера. Долг перешел на него, а я хочу получить свои бабки. Я найду его. Не сомневайтесь. Найдите и получите свою долю. Мы в долгу не останемся. Даже одни догадки и предположения были. Что значит догадки и предположения? Ну. Ой, Тихомиров. Ну что, Тихомиров? Версия о том, что Славик задолжал Кардашу много денег, и этот старый бандит его убрал, имела право на существование? Имела. Как ее можно было проверить? Только блефовать. Тихомиров. Что? Ты авантюрист. Что? Да, но в сухом остатке у меня больше ни одной версии не осталось. Угу. Да, Дима. Мы немного потрясли виртуальный офис нашего общего знакомого. Кое-что нарыли, но пока по мелочам ничего существенного. Да, к утру надеемся расколупать что-нибудь более серьезное. Хорошо. Если что-нибудь найдете, сразу звоните. В любое время. Пока. Кто это? Помощники. Но мой самый лучший помощник – это ты. Знаешь, я сегодня подумал, когда мы стояли в подвале, что если эти головорезы на нас бросятся, мы их куски порвем. Чего? Я прав? На дорогу смотри. Да.
Я всегда прав. Слушай, я все-таки как не понимал, так до сих пор и не понимаю. Чего ты не понимаешь? Ну почему мы с тобой расстались? Потому расстались, что ты не понимал. Нет, ну все-таки. Ну ладно, если бы мы там ругались или, я не знаю, изменяли. Слушай, может, ты себе нашла тогда кого-нибудь? Что? Дурак. Да. Что да? Ты же знаешь, что у меня никого не было. Ну, тогда я совсем ничего не понимаю. Все же нормально было. Ну, в этом-то и была вся проблема. Ты мне цветы дарил. Да. Я тебе котлеты жарила каждый вечер. Потом мы любовью занимались. Что, плохо было? С утра ты просыпался уже такой. Озабоченный какой. С этой морщинкой на лбу. Ты же знаешь, у меня была работа, учеба, аспирантура, диссертация. Ну, да. Ты работал, я работала. И вообще мы с тобой дико занятые люди были. Да. А мне вдруг в какой-то момент страшно стало, что вся жизнь наша так и пройдет с тобой. Озабоченным. Все мы успеем. Карьеру сделать, денег заработать. А жизнь-то вот она, мимо проходит. Мимо. Слушай, ну вот скажи, твоя нынешняя жизнь лучше? Нет. Что и требовалось доказать. Алло, вы где? Уже подъезжаем. Хорошо, ждем. Ты знаешь, я первый месяц, когда в Питер приехала, была как одержимая, я везде моталась. Я на концерты, ночные клубы, на выставки какие-то. Зачем мне все это надо было? Я сейчас совершенно не понимаю. А тогда ведь, знаешь, казалось, что это... Ну как же, вот она, свобода. А потом вдруг я... приехала домой однажды и поняла, что не хочу никуда. И все как-то так, знаешь, пусто. Вот эти котлеты. Их пожарить-то уже и некому. Нет, цветы дарили. И не только цветы. Был один даже из этих мини-олигархов. Сантехника занимался. Я как об этом узнала, я без смеха смотреть на него не могла. На чем ваш муж себе состояние сделал? Ну как на чем? Ну, в унитазах. Все мне какие-то не такие попадались, не такие умные, не такие смелые, не такие вредные. Это комплимент тебе, между прочим. Толь, ты спишь? Ну и хорошо. А я тогда вдруг поняла. Что я
так хочу детей. От тебя. Наконец-то. Все, начинаем. Пошли. Что так долго? Колесо пробили. Пошли. Останешься в машине. Ага. Останься за дверью.